все можно. Как вам понравилось? Слушайте, понравилось, познавательно. Не все знали, не все факты. И приятно народ, который хочет узнать свою историю. Делать выводы, как не надо себя вести в жизненных ситуациях. Спасибо большое. Пример какой-то для себя взяли? Вот из этой истории. Что-то запомнилось, может? Как у нас такие люди на Урале были, трудно понять. Ведь это же среди вот населения нашего люди убивающие священников у нас. Больше 100 человек убито в это время. Царя вот так убили. Откуда это выросло? И ведь это вокруг нас и сейчас может быть. И как до этого не дойти? Девушки, мне денежку-то дать. Спасибо.